Друзья, всем привет! Наслаждайтесь красивой музыкой. Сейчас приступим. Спортивная травма. Целая тема. Большая. Огромный раздел, которому я посвятил и посвящаю огромную часть своей жизни. Вот, интереснейшая на самом деле вещь, но поговорить я хочу не о том, как это интересно, а о том, как это глупо, да, зарабатывать некоторые спортивные травмы. Хочу сказать сразу, что я сам не избежал в полной мере всей той глупости, которую можно было не совершать, ну, тем и ценнее еще мой опыт, потому что он базируется не только на знаниях медицины, но и на личном опыте со стороны пациента всех этих самых вещей. Но одно могу сказать точно, что если бы у меня бы определенных знаний не было, то этих проблем было бы еще бы больше. Но вопрос вот в чем. Очень часто, беседуя в различных сообществах и вообще просто с ребятами, когда приходится обслуживать как врач соревнования по ММА и по другим видам боевых искусств, можно видеть некий предмет гордости, когда люди рассказывают о том, сколько они наприобретали всякого рода травм. Как кому-то что-то оторвали, как кому-то что-то вырвали, как кому-то что-то потянули, сломали и так далее. И кажется, что вот все вот эти вещи, они как бы показывают, насколько человек вот хорошо тренируется, раз у него столько травм, какие у него чуть ли не приравнивается к каким-то боевым заслугам, полученным на войне там и все такое прочее. Ребят, на самом деле не так это выглядит. Может быть, для каких-нибудь малолеток, которые только-только начинают свой путь, это вот именно так и выглядит. Наверное. Когда они смотрят на какого-то бойца, особенно если он действительно титулованный, у него там есть какие-то достижения, и видят у него там вывернутые уши, сломанные пальцы, какие-нибудь другие травмы, когда он жалуется на то, что у него вот болят связки вот к перемене погоды, потому что вот тогда-то на таком-то чемпионате один из его противников там вот взял его на болевой, порвал ему там кресты на колени там и все такое. Слушать, думать, о, да, это ветеран, который прошел огонь, воду, медные трубы, кучу боев там и все, вот он заработал все это в себе. Вот. Ну, какая-то доля правды в этом есть. Она говорит о том, что человек провел активную и проводит активную очень жизнь, да, спортивную. И, конечно, предотвратить весь травматизм невозможно. Но является ли это предметом гордости? Является ли это какими-то достижениями? На самом деле, ведь, ребят, поймите, что абсолютное большинство травм, ведь больше всего зарабатывают травм те, кто не смог избежать их. А значит, это говорит о том, что они были хуже. То есть, если вы посмотрите на бойцов, на супер топовых, да, вы увидите очень часто, что какие бы они поединки ни проводили, они выходят из боя иногда даже без единой сечки. Понимаете? Ну, посмотрите на... Ну, или там какие-нибудь у них просто микроповреждения. Посмотрите на бой того же, ну, Макгрегора там и Хабиба. Два бойца топовых там, да? А чего, собственно говоря? Ничего, никаких травм, ничего. И так очень много можно видеть. Нет, что-то остается за кадром, какие травмы, они проявляются после, да, соревнований. Не скрытый, потому что мужественно боец там терпит и все. Но и на некоторые сразу видны. Если человеку сломали руку,
явно перезагнули локоть, порвали связки, вывихнули что-то, там плечо. Вот все будет очевидно совершенно. Скрыть этого нельзя. Сломали челюсть там или нос, все тут очевидно. Я уж не говорю про серьезные гематомы, которые там бывают на бровях, на глазах там и так далее. Вот. А посему, смотрите, значит, если человек все делает хорошо и правильно, то и травматизм у него, как правило, бывает не сильно выраженный. Но еще хуже, когда гордятся травмами, полученными просто в процессе тренировок. То есть, когда мы говорим о так называемых аутотравмах, потому что есть травмы, которые избежать трудно. Ну, противник действительно взял на болевой, ну все. Ну, а человек оказался настолько глуп, что решил прямо идти там до конца, не сдаваться, да, как будто от этого реально жизнь его зависит, хотя это всего лишь были соревнования. И ему, короче, вырвали там руку там, или что-то там еще, или там порвали связки на колени. Понятно. Да, хотя непонятно, зачем это вообще было нужно. Вот. И, значит, когда уже все там очевидно совершенно. Здесь избежать-то да, то есть это вас кто-то травмировал, но когда человек травмируется сам, о, это прям вообще, это запредельная как бы вещь. Хочу сказать, что и у меня аутотравмы на самом деле тоже были, но я из этого выводы делаю и не является предметом гордости моей вообще никак абсолютно. Вот, наоборот, является предметом разочарования и того, что глупо все это дело было, и выводы сделаны, я и на своем примере других обучаю, говорю, как избежать этого всего. Вот. Хотя я говорю, что у меня травм минимальное количество. Почему? Потому что я знаю методы профилактики спортивного травматизма и особенно аутотравматизма, что самое важное на самом деле. Потому что самые дурацкие, самые тяжелые зачастую травмы, это не те, которые кто-то причиняет извне, а те, которые человек причиняет сам, неудачно приземлившись, прыгнув, дернув что-то как-то без разминки, там, не знаю, выполнив какой-то элемент, который он только разучивает и никогда еще раньше не делал. Вот, и получается вот эта вся фигня. И вот здесь, конечно, не гордиться, когда получаешь такие травмы, нечем. Человек говорит, да я там, вот что ты такой сам замотанный ходишь, там колено там или что еще. Да я вот травму получил там, на тренировке там, и вот таким вот с апломбом. Ну, на самом деле никакого апломба здесь быть не должно. Должно быть стыд. Стыд за свое раздолбайство. Вот. А как вы, ребята, относитесь к спортивным там травмам? Много ли у вас их было? И вообще, как вы считаете, нужны ли они? Учат ли они чему-нибудь вообще? Я вот выскажу свое личное мнение. Я считаю, что спортивная травма ни при каких обстоятельствах не должна вообще быть каким-то предметом гордости. Абсолютно. Вообще никакая. Ни вывернутые уши там, да, у борца, ни выбитые костяшки на кулаках, даже если они получены вот в реальных каких-то боях, в каком-то бою, когда была одержана сама победа. Потому что всегда это говорит о том, что что-то было выполнено не совсем так хорошо и качественно, чтобы избежать самому в этом там, бою потерь. То есть, значит, техническое мастерство было не на столь высоком уровне и не настолько превосходно была достигнута победа, чтобы избежать самому каких-то реальных проблем. Вот и все. Вот так вот. И скорее всего это даже просто говорит о том, что заслуги какие-то есть у противника. Хотя на самом деле, конечно, с другой стороны, всегда пытаются показать, что раз во время поединка с противником была получена травма, а тем не менее победил, это говорит о том, насколько противник был высокого класса, насколько он был труден, что фактически выгрызал там победу, зарабатывая себе какие-то проблемы. Вот. Ну вот такая как бы тема. Я считаю, что спортивных травм надо избегать при любых обстоятельствах. Да. Однозначно. И вот здесь, конечно, возникает некая дуальная тема, когда говорят о том,
нужно ли сдаваться, если понятно, что ситуация тупиковая. Вот. Ну, например, взяли на болевой и взяли хорошо. Или взяли на, значит, удушающие и откручивают голову, там, условно говоря. Нужно ли до последнего терпеть и не сдаваться, и только уже когда судья там разнимает из-за того, что тебе там видно, что в другую сторону ногу выгнули или сознание потерял, там задушили, вот только тогда и сдаваться надо. Ребят, ну вот я особенно хочу сказать, ну вот много мне довелось видеть соревнований по ММА, в том числе как врачу. И видел я там разного рода там удушения, когда люди теряют самосознание, то есть их реально там удушают. Ну, понимаете, это с одной стороны, вот тот, кого душат, если особенно это делают ему первый раз, ему кажется, что вот если он сознание потеряет, все будут считать, что какой он молодец, крутой боец, волевой, не сдался и все. Но они не учитывают того, этот момент, что они часто не знают просто обычной банальной физиологии. При удушении происходит расслабление всех сфинктеров. И человек, которого задушили, может просто реально обоссаться, когда потеряет сознание. И обосраться он тоже может, жиденько, почти водичкой. Понимаете, если он не в памперсах, то все это становится, значит, очевидным для всех. И все его эти как бы волевые достижения, то, что он такой волевой там парень, там и все уходит на нет, когда все видят обоссанного чувака на конвасе лежащего. Понимаете, это... В общем, все, друзья. Я считаю, что сдаваться надо уметь тоже. И в этом ничего зазорного нету. Вот так вот. Да и травмы лечить тоже, которые получил. Если тебе сломают руку, когда ты выйдешь на боище. Ладно, все. Вот по этому поводу, кстати, напишите свои размышления. А я приехал. Всем пока.